Ну что, друзья, этот проход мы убрали, все выгребли. Ребята, нам осталось только найти бой, чтобы засыпать вот этот проход и сделать дорожки. И тогда будет все аккуратно. Мы сделаем сливы аккуратные, и все будет красиво и удобно и для животных, и для людей. Мои хорошие, я обращаюсь ко всем. Нам очень-очень-очень, прошу вас, нужен бой, нужен гравий, нужен цемент и нужны доски, 25-я доска. Обращаюсь ко всем, друзья. Пожалуйста, а еще нам очень-очень нужны ведра. Прошу вас, мои хорошие, ну, пожалуйста, ну, отзовитесь, ребята, вас так много, ну, по 100 рублей, и приют будет жить спокойно, без всяких проблем. Ну, посмотрите, сколько народа у нас в России, ну, пожалуйста, ну, подпишитесь, автоплатеж, на 100 рублей. Я вывесила объявление, чтобы подписалась группа, 200 человек, так вот, подписалось всего 20, а остальные где? Ребята, помогите, умоляю, помогите нам, пожалуйста. Вот у нас есть одна труба, но этого недостаточно. Она маленькая. Нам нужна еще одна такая труба, чтобы мы могли ее проложить. И чтобы у нас спокойно вода чистая вытекала. Так, плохо идет вода. Там неплохо, а здесь останавливается, да? Значит, сейчас здесь будем продолжать, ребята. Поглубже, на 2 штыка минимум. Штыковой лопатой лучше тебя, удобнее будет. Подальше от края, чтобы она назад туда не поехала. Отлично. Потому что это невозможно. Это просто невозможно. Так, ребята, мы уже экономим как можем. Мы разбираем поддоны для того, чтобы сделать в вольере пол. Но это уже дальше никуда не годится, ребята. Так, ребята, выгребаем, пожалуйста. Это пока убираем. Вот это тоже убираем. Так, убираем. Ребята, вот здесь тоже уберем. Так, мальчики, вот эту траншею ровно прокапываем до конца. Так, шланг сделайте, чтобы он не закручивался, ребята, шланг. Все, ровненько его ложите. Поддоны вот эти убираем. Хорошо. Ребята, глубже, пожалуйста. Вот здесь, на перекрестке, должно быть глубоко. И подальше бросайте, да. Как же нам нужен трактор, ребята. Если бы вы знали, как нам нужен трактор. Так. Продолжаем. Обшивать будем. Так. Ребята, здесь выравниваем хорошо, да. Сильнее туда. Равняй, равняй туда. Ребята, тележку гравия сюда. Сейчас тележку сюда насыпет. Сделаем. Так. Хорошо. Так. Здесь. Да, я пройду, ладно. Надо, ребята, делать, чтобы, не дай бог, если собака убегает, чтобы она не завязала под вольеры. Это очень сильно неудобно, и мы постоянно с этим мучаемся. Так. Здесь так, да? Надо будет переделать немножко еще. Так, еще. Дорогие друзья, благодаря вашей помощи мы немножечко купили цемента. И здесь убрали полностью всю грязь, все поддоны. И делаем дорожку, чтобы можно было спокойно подходить к вольерам и ухаживать за животными. Чтобы было немножечко прилично и хорошо. Ребята, это очень трудно. И
запросы здесь не то что большие, а одним нам просто не справиться. Нам необходима ваша помощь, ребята. Нам действительно необходима ваша помощь для того, чтобы мы могли хоть немножечко сделать что-то. Вот видите, мы сделали сейчас опалубку, вот здесь сделаем дорожку. Потом будем делать дорогу. Главное, мы сейчас хотим сделать, чтобы люди могли спокойно хотя бы развозить корм. Ребята, это самое главное. Нам надо ездить, чтобы мы могли развозить корм. Теперь проблем с этим не будет. Потому что если начнется болото, осень, у нас уже будет дорожка, по которой мы можем проехать и накормить. Ребята, нам очень нужен гравий. И это только начало приюта. Самое главное, что мы еще в вольерах будем убирать тоже вот эти поддоны. И все это будем бетонировать. Потому что ребятам, собакам необходимо, стесывать ковры. Так, убираем поддоны. Так, убирайте, ребята, вот это все здесь. Здесь все будет бетонироваться, будет дорожка, чтобы ребята могли ходить и разносить корм. Так, ребята, приехал песок. Так, блин! И помоги, пожалуйста! Ёшкин кот! Ладно, пусть сюда сыпет. Сетку порви! Сетку уберите! Осторожно, ребята! Отлично. Мальчики ушли! Хорош, пусть сыпет! Что-то я не пойму, какой песок. Так, в прошлый раз был белый песок, в этот раз красный. Ладно. Ребят, нам нужен бой. Нам необходимо засыпать наши ямы. Нам необходимо сделать дорогу, ребята. Это просто невозможно. Я обращаюсь ко всем, друзья. Пожалуйста, нам очень-очень нужна ваша помощь. Это остаток, что завтра надо будет вывести еще вот такой мусор. Этот, потом там навалено, там навалено. Завтра надо будет вызвать еще одну бандуру вот эту, мусорную. И на завтра мне еще 4000 надо на вывоз мусора. Потому что мусора много, ребята, и мы его вывозим. Ну, вот эту кучу завтра мусора тоже убрать надо. Вот. Вот сейчас чуть больше вот этой кучи машина вывезла. Было вот до туда аж. Вон. Вот эта вся куча, вот это было вот мусора аж вот до сюда, ребята. И вот это все машина одна вывезла. Вот это осталось на завтра и там тоже. И плюс надо чистить остальные проходы. Пока вот такие новости, ребят. Всем доброго вечера. Так, ребята, подъехал трактор. Мы убираем мусор. Все вот это, все, что можно убрать, сортируем доски хорошие, откладываем на вольеры. Все, что сгнило, все плохое, убираем. Должна еще подъехать машина, чтобы забрать мусор весь. Работа трактора стоит 22 тысячи. У меня на карте есть 30. Грязь убирать необходимо. Просто необходимо. Иначе приют после зимы просто ужасно. Все посгнило. Поддоны вот эти все, видите, что мы накладывали на зиму. Все сгнило. Это все будет выбрасываться. Это все мусор. Для того, чтобы сделать на следующую зиму все в порядке, чтобы было хорошо. Друзья, я прошу у вас поддержки. Я прошу помощи. Потому что я выбиваюсь из сил. Нам очень нужна помощь. Нужна, ребята. Пока есть солнце, пока нет дождей. Помогите нам. Я обращаюсь ко всем. Помогите нам, пожалуйста, убрать. Помогите, прошу вас. Ну вот, несем нашим баранчикам водичку. Весь мусор, какой мы накопили,
Сегодня, слава богу, вывезли и уже накопили новый. Ничего, ребята, приют чистится, все у нас хорошо. Благодаря вашей помощи мы потихонечку что-то делаем. Завтра будем заканчивать бетонирование вот этого. У нас осталось еще 6 мешков цемента. Завтра сделаем этот проход, соседний проход сделаем. И надо нам здесь заканчивать. Все у нас будет хорошо. Завтра, ребята, будем бетонировать, выравнивать здесь. И я думаю, дня через 2 я покажу вам уже хоть один ансамбль, сделанный. И очень даже у нас хорошо. Мои хорошие, спасибо вам. Спасибо за то, что вы помогаете и не бросаете нас. Нам очень дорога ваша помощь, ребята. Очень-очень. И я искренне вам за нее благодарна. Мои хорошие. Ну вот, вечер наступил. Всех накормили. Всех напоили. Малыши даже искупаться успели. Сейчас поменяем им воду на ночь. Да? А, попрыгушки. Попрыгушки маленькие, мои хорошие. Да, зайка? Что ты, мой красивый? Красивые дети, мои дети. Мои солнышки. Да? Мои красавчики. Мои золотые. Все у нас будет хорошо, ребята. Обязательно все у нас будет хорошо. Все, вот мы уже гуляем по новой нашей дорожке. И даже у нас отметинка есть, видите? Кто-то из собачек успел выскочить и отметить своими лапками, запечатлить их. Ничего, все будет хорошо. Обязательно. У нас все. Ребята, завтра продолжим бетонировать. И через пару дней я покажу, как у нас хорошо. Мои хорошие, я искренне благодарна вам за всю вашу помощь, за поддержку нашего приюта. Нам очень нужна ваша помощь.